$1,5 миллиарда до 2020 года инвестируют в национальную экономику предприятия ArcelorMittal Кривой Рог. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, на предприятии внедряется замещение газа угольной пылью в процессе производства. Это дает возможность сэкономить ежегодно более 100 миллионов кубических метров природного импортируемого газа. Это соответствует стратегии государства относительно энергозависимости. А в течение ближайших лет предприятие планирует снизить потребление импортного газа на 80%, отметил премьер-министр. Менеджмент компании подчеркивает, что с 2015 по 2020 год они планируют инвестировать в национальную экономику $1,5 миллиарда. Наше задание сегодня – поддерживать привлечение инвестиций в страну. Эти инвестиции будут приносить украинцам рабочие места и качественный конкурентный продукт. Новые инвестиции, направленные на это предприятие, будут использованы на техническое перевооружение, решение экологических проблем, а это означает, что конкуренция на рынке будет достаточно весомой, а люди получат стабильные рабочие места.